спортивном комплексе «Заполярье» прошло открытое первенство спортивной школы Олимпийского резерва имени Татьяны Ахатовой по стрельбе из лука. Соревновались два дня. В субботу определяли лучших среди младших ребят. Репортаж Анастасии Шеховцовой. Правила первенства для младшей группы в связи с возрастной категорией проще, чем у остальных. 12 метров дистанции и 10 серий по 3 выстрела. Участвуют ученики нашей школы, школы Ахатовой, имени Татьяны Вениаминовны Ахатовой. Старшая группа, средняя группа и младшая. Сейчас, на данный момент, у нас выступает младшая группа. Новички, так сказать, совсем. Первый, кто первый раз, кто вот так. Сейчас, когда они выполняют уже эти разряды, уже по возрасту, если разряд выполнен, первый юношеский, уже переходят туда, на этот, на 18 метров уже среднюю группу. В общую мишень стрелять, вот так. Я хожу уже полтора года, мне здесь довольно нравится, у меня уже есть первый юношеский, но это мои последние соревнования в младшей группе, дальше я буду стрелять в средней группе. Я считаю, у всех есть шансы, всегда есть надежда на победу, все могут получить призовое место. И вот я считаю, что они очень нужны, чтобы выложиться на полную и показать, на что ты способен на этих соревнованиях. Я сыграл очень плохо, я пропустил много тренировок, потому что у меня была школа, обязанности по дому. А если бы я ходила, я выстрелила на соревнованиях минимум по 270 очков. А сейчас я выстрелила минимум 200. Это для меня очень плохо, минус большой. И для тех, кто только начинает свой путь, день стал первым волнительным событием. Но тренер старается подбодрить, ведь ребята – начинающие стрелки. Андрей Власов стреляет из лука полгода, но на этих соревнованиях выбил преимущество в 2 очка. Я занимаюсь стрельбой из лука полгода. Я пришел на лук, потому что мне захотелось стрелять. Это для меня интересно. Мне кажется, эта игра хорошая, потому что я хорошо попал. Хорошо попал в первое место Андрей Власов. Также победу одержала Альбина Ахметова. Самое главное для начинающих лучников – набраться опыта. По словам тренера, именно тогда отступает страх и развиваются необходимые навыки стрельбы из лука. Анастасия Шеховцова, Григорий Волков, программа «Время местное».